Добрый день. Здравствуйте, дорогие любители леса. Вас приветствуют грибоведы. Вот продолжаем знакомство с нашими, с грибами наших лесов. И сейчас хотим рассказать о масленке. Но о масленке необычном. Это вот вроде бы обычный масленок поздний. Да. Да. Но чаще всего он растет в сухих сосняках. Да, и... на песочке, в сосничках, да, да, да. Где сухо, там вот они из иголок лезут. А здесь мокрый лес, елки. Посмотрите, какой мох мокрущий. Вот. Да. И вот здесь растут вот эти вот... такие огромные маслята, причем совершенно чистые. Да. Ну, этот тут немножко в стороне рос, я его срезала. Угу. Они совершенно чистые. Ну, вот... Они бывают большущих размеров. Гигантские просто. Да. И целые, чистые. Вот я говорю, мы привыкли, что если масленок чуть-чуть побольше, он уже как уже черво бьет и так далее. Угу. Вот. А здесь вот на болотинах. Вот, маленькие. О, этот даже пленкой закрыт еще. Да. Хотя уже в сосняках такие маслята редко пленкой закрыты. Вот. У нас на сайте есть страничка, посвященная этому позднему масленку. И там фотографии вот этих вот болотных, приболотных маслят. Огромных. Где закрытый еще с пленочкой, он вот, вот еле умещается в моей руке. Ну вот это цару. Угу. Так, давай посмотрим. Проели. Ну так все, вкусная штука-то. Звери проели дырку, называется. Угу. Ну-ка посмотрим. Ну, нормально. Вот. Ну, как хороший, и все маслята, чистый. Идет на все виды заготовок, мариновку, сушку, суп варить, жаркое. Угу. Ага. О! Вот они вот такие большие и так, всегда почти хорошие, за редким исключением. Ну, совсем если огромный масленок, то он может быть червивым. Но вообще... Вот посмотрите, какое место-то, какие тут мхи. И даже странно встретить здесь масленок, но вот так растет. Вот. Елки. Именно не сосны, а елки. Вот. Ну, вон, сосна-то есть, она там поодаль, как говорится. Ну, здесь вот не сосен. Вот. А тут вот такая сырая. Сырой лес, елки, и вот здесь растут такие вот маслята. Причем, что интересно, вырастают до больших, да, больших до размеров. Размеров просто. Ну, здесь такие еще небольшие, я бы сказала. Ага. Гораздо больше бывает. Если найдем больше, еще покажем. Вот. Все понятно. А сегодня пока ограничимся этими маслятами, которыми нас наградил лес. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, задавайте вопросы. Мы на них будем отвечать. Хорошо. Все, что знаем. Сегодня у нас 14 сентября 2016 года. Все, спасибо.